Тема сегодняшнего совещания – вопросы финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. Динамика уровня угроз Беларуси заставляет нас держать руку на пульсе отечественного военно-промышленного производства. Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии. Это связано с тем, что все, что нам надо, я имею в виду оружие, железо, мы запросто получаем из России. А вот то, что касается микроэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза, и таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружений. Мы можем себе также позволить экспортировать данную продукцию в 57 стран мира. Что мы и делаем? Мы успешно разрабатываем современные образцы вооружения не только по тем направлениям, где у нас есть, как я уже сказал, научно-технический задел и компетенции, но осваиваем новые востребованные направления – реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы крупного калибра. В октябре прошлого года на Буз-Лисновском полигоне была представлена линейка беспилотных летательных аппаратов, разработанных нашей оборонкой. Подразделения вооруженных сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия. Но должен сказать, это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные, ударные беспилотные летательные аппараты. Осваивая производство беспилотной авиации, мы уделяем большое внимание противодействию такого оружия. Разработанное белорусскими специалистами радиоэлектронное средство борьбы с беспилотниками пользуется большим спросом. Создан роботизированный комплекс, сочетающий в себе как средства обнаружения, так и огневого поражения воздушных целей. На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК нас порадуют в этом плане. В прошедшем году отечественные производители поставили нашим вооруженным силам более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники. Принято на вооружение 6 образцов, в том числе модернизированная реактивная система залпового огня «Ураган-М», а также 2 типа ударных беспилотных авиационных комплексов. В целях оснащения белорусской части региональной группировки войск российская сторона поставила нам оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» с необходимым запасом ракет, боеприпасов. Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-4. Ну, то, что вы хотели, военное, то вы и получили. Это грозное оружие. В рамках государственной программы вооружения закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса «ТОР», противотанковые управляемые ракеты, минометы, реактивные пехотные огнеметы, более 830 тысяч боеприпасов различного калибра. Будут поставлены самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры, а также другие вооружения, ракеты и боеприпасы. В части разработок современного вооружения мы не стоим на месте. Наша армия оснащается необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем не менее, есть чему стремиться. Я уже не говорю о стрелковом каком-то там оружии, гранатометов и так далее. Этого у нас предостаточно. Я говорю о более грозном оружии. Поэтому к этому надо стремиться, над этим мы будем работать.